Вот эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное это производное. И ругань, и брань, это все производное. Ну вот один вышел, что-то ляпнул там, изображая из себя нечто. А вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он это вещает дальше. Судя по всему, этим Габуния вскоре и займется. Ну а пока он отстранен от работы на 2 месяца за свою выходку. Речь об эфире авторской программы журналиста, если его, конечно, можно так назвать, от 7 июля. Ведущий покрыл матом Владимира Путина и даже его родителей. Выступление, которое стыдно цитировать, было очень далеким от какой-либо аналитики, но весьма недалеким в общем.